Общероссийская общественная организация «Союз казаков» была образована 23 года назад, в 1990 году. Сегодня это общероссийская организация, которая имеет представителей во всех территориях традиционно компактного проживания казаков. Встретившись в кабинете губернатора, стороны обсудили сотрудничество в рамках реализации государственной политики в сфере российского казачества в Оренбургской области. На сегодняшний день в Оренбурге функционируют 43 юртовых, городских, станичных, хуторских казачьих обществ Оренбургского отдельного казачьего общества «Первый отдел» Оренбургского казачьего войска. Общей численностью 6510 человек и 11 казачьих организаций других форм государственной регистрации.